Всем привет на канале Ассоциация защиты животных. В этом видео мы поговорим с вами про выгул улиток. Также в конце видео я покажу вам всех своих охотин. Выгуливать улиток дома и на улице не рекомендуется. Конечно, единоразовый выгул для красивого фото мало чем повредит улитке, но регулярные походы на улицу существенно скажутся на ее здоровье. Улитки – террариумные животные. В террариуме для них созданы самые оптимальные условия для жизни. Вытаскивая оттуда улиток, вы подвергаете их стрессу. Их нежелательно выгуливать дома и тем более на улице. Исключение – природники средней полосы, для которых это их естественные условия проживания. При выгуле для улиток существуют опасности. Улитка может заразиться паразитами и инфекциями. Это стресс для улитки. Даже просто вытаскивая улитку из террариума, происходит резкий перепад температуры и влажности, а тем более, если вы вынесете улитку на улицу. Прямые лучи солнца и неподходящая влажность вызывают стресс, который приводит к ухудшению аппетита, отказу от еды, плохому росту и впоследствии отставанию в росте, шрамы от остановок роста и уход за виток. Если вы давно смотрите наш канал, то знаете, что в прошлом году я выращивал две кладки улиток охотин ретикулят и оставил себе по две улитки из каждого выводка. Им сейчас примерно 9 месяцев. Это первые две улитки, а это вторые. Родители этих улиток были очень маленькие, и мы решили провести эксперимент, смогут ли их улитята вырасти крупнее. В результате улитята уже обогнали своих родителей и еще продолжают расти. На данный момент длина их ракушек около 10 сантиметров. Будем и дальше наблюдать за их ростом. Еще у меня есть две улитки охотины ретикулята альбино, они тоже еще растут. Этих улиток нам недавно отдали. Это охотины фулика родация альбино. И это улитки охотины иммакулята. Как видите, на данный момент у меня 11 улиток. Напишите в комментариях, сколько у вас улиток и какого вида. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео.